Южноуральские акробаты-рок-н-ролльщики стали полуфиналистами чемпионата России. Для региона это первое серьезное достижение в новом виде спорта. Секция по акробатическому рок-н-роллу появилась в Челябинской области всего год назад. Егор Хвисюк продолжит. Движения четкие и быстрые, в ритм рок-н-ролла. Семен Шенцев и Елена Долганова на бис повторяют свой победный танец. Не сбиться с ритма помогает громкий голос тренера. Самое главное – отточить кики. Это основной элемент танца. Именно за его безупречным исполнением следят жюри. Ребята начали осваивать этот спорт меньше года назад, но уже успели выступить в Москве на главной рок-н-ролльной сцене страны. Южноуральские спортсмены Семен Шенцев и Елена Долганова стали полуфиналистами чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу. И это настоящий успех. Новое направление на Южном Урале начали развивать в апреле 2017 года. Шефство над секцией взяла компания «Новатек Челябинск». В корпоративном клубе компании занимается несколько десятков рок-н-ролльщиков, как юных, так и взрослых. Благодаря нашим помощникам, нашей поддержке, это компании «Новатек», которые помогают нам и в спортивных сборах, и как раз проводить танцевальные направления, точнее, проводить тренировки на территории танцхауса совершенно бесплатно. Акробатический рок-н-ролл – это спорт и танец одновременно. В России он развивается с 1986 года. И конкуренция высокая. Семену и Елене на чемпионате России противостояли более 600 соперников. Но юные спортсмены уверены, в следующем году смогут привести соревнования медали. Когда я танцую, мне нравится это делать. У меня в голове, когда я на сцене, у меня сразу радость уже из-за того, что потом мысли, чтобы я победил. Егор Хвисюк, Тарас Любимов, ОТВ.